Побольше концертов, да и танцев можно. Каким будет досуг этим летом, в Самаре выбирают сами жители. Для этого они проходят опрос по проекту «Культурное сердце России». Программа мероприятий будет составляться исключительно из пожеланий горожан. Как вы обычно проводите свое свободное время? Гуляем по Самаре. Анна Кравец – волонтер российских студенческих отрядов. В числе активистов мечтала оказаться с первого курса университета. В Самару она приехала из Ханты-Мансийска учиться на социолога. Я хочу здесь жить, потому что здесь и лето теплее, и возможностей больше. Бесспорно, больше возможностей, поскольку таких мероприятий, различных секций нет в моем городе, поскольку он маленький, а у вас здесь как-то город-миллионник. А вот о диету Джесси к теплому лету не привыкать. Парень с афроамериканскими корнями родился во Франции, объездил уже 24 города в России. Он называет себя человеком мира. Самару порекомендовали друзья, рассказали, люди здесь доброжелательные и открытые. А диету приехал и не пожалел. Нашел специальность по душе – информационную безопасность. Сейчас рассуждает, чего еще не хватает в Самаре, чтобы летом было жарко не только по прогнозу погоды. Концерт, да, и танцы, и несколько мероприятий. Просто, так как называется на русском, несколько разных программ, чтобы, возможно, пригласить друзья из другой даже страны. Для этого волонтеры уже сейчас приступили к опросу жителей, чтобы узнать, как они видят идеальное лето в любимом городе. Хотелось бы видеть и концертных площадок, и мастер-классов, и каких-то мероприятий, в которых можно было принять участие самостоятельно. А реализовать все задуманное поможет проект «Культурное сердце России». В Самаре он проходит второй раз по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В прошлом году он продлился с июня по октябрь. По вечерам проходили живые концерты на набережной и в парках, а также мастер-классы. Всего около 500 развлечений, участие в которых приняли свыше 200 тысяч человек. Лето в Самаре должно быть теплое, насыщенное какой-то активной жизнью, деятельностью, молодежи, всякими концертами, праздниками. Такие опросы будут проходить каждый день в разных районах Самары до 16 марта. Список пунктов анкетирования, где можно поделиться своим мнением и пожеланиями, опубликован на сайте областного министерства культуры. Мария Левина, Максим Гусев. События.